Расскажу вам сегодня про функциональный язык программирования Elm и как писать код без единой рантайм ошибки. Вот, немного о себе, так я здесь первый раз. Зовут Артем. Чуть больше 10 лет работаю в IT на разных должностях. Занимался DevOps'ом, безопасностью занимался, программировал, техлидом был. Последние лет 5 я работаю в разных стартапах. Работал от 2-3 человек на сидовом раунде до достаточно больших, 50 человек и каких-то многомиллионных раундах. И вот последние 2 года у меня свой стартап, который потихоньку развиваю и пытаюсь. Еще почему Elm, когда я о нем услышал, первый раз узнал, то чтобы как-то начать учить, так как я не мог его применить сразу на практике, я создал рассылку новостную, которая сейчас стоит на паузе, но как бы благодаря этому я учил сам язык и общался с комьюнити. И вот теперь вам могу, в принципе, рассказать пару слов о проекте, потому что благодаря ему я, в общем-то, и узнал об Elm. Стартап называется ShipIt, и это инструмент для продукт-менеджеров, который позволяет строить какие-то родмапы, планы. И если вы развиваете цифровой продукт, то можете квартальные планы выстроить, получать какой-то фидбэк от пользователей, заносить все это, привязывать к своим OKR и следить и развивать. Поэтому если что-то подобное вам необходимо, то напишите, я расскажу подробнее. ShipIt, когда он начинался, и, в принципе, сейчас мало что изменилось, достаточно стандартный, так называемый Boring Technology, достаточно стандартный стек на бэкэнде Python, Django и настройка над Python называется MyPy, которая позволяет типизировать параметры функции и проверять. По сути, это привносит немного функциональности в объектно-ориентированный язык. И на фронтенде на данный момент сейчас Webpack, React и Redux. Redux я добавил примерно год назад. До этого, когда все начиналось, вышли хуки, по-моему, в React, и можно было запилить свой Redux без притягивания этой огромной библиотеки. В общем, функционал был маленький в то время, и поэтому свои костыли я создал. Но по ходу дела, как проект рос, появлялись какие-то баги, и в конце концов приняли решение использовать этот Redux-хранилище данных. И в то время как раз я зашел на сайт с документацией, где один параграф поймал мой взгляд, и там было написано, что на архитектуру Redux повлиял такой язык программирования, как Elm. Elm появился, по-моему, в 2012 году. Его создал Эван Чаплики, он в своем PhD описал язык, выпустил компилятор, и с того времени он, как бы, язык потихоньку развивается. Оброс комьюнити, появились какие-то компании, которые им активно пользуются. И, в общем-то, он сейчас, можно сказать, отчасти нишевый, отчасти достаточно популярный. Что такое Elm? Во-первых, это функциональный язык программирования. Я сейчас не буду в подробностях рассказывать про функциональные языки. Женя в прошлом году очень хорошо эту тему рассказал, и на сайте DevClub есть записи с докладами, где все это в подробностях расписано. Но если вкратце, то, как я это понимаю, функциональное программирование вообще пришло из лямбда-математики, и у вас программа строится с помощью функций. У вас нету меняющихся переменных, вы выстраиваете результат функции, передаете другой функции, фактически у вас дерево из этих функций происходит, и так работает программа. Elm — это сильно типизированный язык. Если возьмете, например, JavaScript, то есть такая шутка, что вот этот код выведет в консоль слово «банана». Мы берем строковую переменную, прибавляем к ней строковую переменную, прибавляем к ней ничего, not a number, снова прибавляем букву,
И компилятор за вас решает, к какому типу привести все это дело. В итоге принимает решение, что нужно привести все это к строке, и выводит. В сильно типизированных языках, когда вы пытаетесь, скажем, строковую переменную сложить с числом, то вам выдаст ошибку, что нет, чувак, извини, тебе нужно число конвертировать либо в строку, либо наоборот строку конвертировать в число, тогда все будет отлично. Elm — это компилируемый язык, который работает только в браузере. Почему это важно? Потому что, например, если вы берете TypeScript, на нем можно, насколько я помню, писать и для браузера, и на сервере на Node.js, и все будет у вас работать. Здесь маленькая звездочка, что есть сервис, который называется Lamdera. Они немного захакали все это дело, и фактически у вас есть возможность использовать Elm и для серверных каких-то приложений, и для фронтенда. То есть появляется стак, но нет возможности, нет гибкой возможности общаться, скажем, с файловой системой, с базой данных, поэтому если вы решите писать на Elm, то это прежде всего для браузера язык. Пара слов о том, чем не является Elm, потому что когда я начинал о нем изучать, очень много людей путалось и спрашивало, что думало, что Elm — это фреймворк. Elm не является фреймворком, это язык. И он не похож ни на Angular, ни на Backbone, ни на что-то похожее. И Elm не является надстройкой над JavaScript, как, например, TypeScript. То есть у вас есть очень много ограничений для работы и с JavaScript, и с какими-то API браузера. И вы не можете просто так общаться с какой-то библиотекой, скажем, если вы решите по какой-то причине, скажем, jQuery использовать, в Elm будет сложно сделать. Но есть способы. Боже. В чем преимущество Elm перед другими языками? Наверняка многие видели что-то похожее у себя в консоли браузерной. Это runtime error в моем как раз проекте. И когда один из объектов или одно из свойств объекта, оно null, и вы не рассчитывали на такое значение, и в результате, когда запускаете код, у вас все крашится. В Elm такого не произойдет. Elm дает, в принципе, почти 100% гарантию, что у вас в продакшене не будет runtime error. В принципе, в кавычках, потому что 100% гарантии, естественно, вам никто не даст. Бывают разные ситуации, но за последние там 3-4-5 лет большие фирмы, которые используют Elm у себя в продакшене, никто не говорил, что у них что-то упало или вылетело с runtime exception. Поэтому фактически у вас шансы 99, что были. Но очень редкие и с очень кривыми руками. 0,1% или 0,1%, да. Можно еще вопрос сказать, что не настройка на TypeScript, но как он исполняется в браузере? Он все-таки транспайлится? Да, он транспайлится в чистый JavaScript. Но когда вы пишете на Elm, у вас нет возможности, как, скажем, в TypeScript, просто подключить JavaScript-овую библиотеку и использовать ее свободно. В Elm для этого есть свои способы, расскажу в конце. О том, как Elm гарантирует, что у вас не вылетит runtime exception. Во-первых, компилятор заставляет вас обрабатывать все варианты типов. Помимо того, что Elm — это функциональный язык, и во время компиляции известны все типы, и в принципе кучу ошибок можно отловить. Компилятор заставляет вас, если вы, например, используете кейс, то он скажет вам, что нужно все обработать. Вот, например, здесь кастомный тип под названием message, и он состоит из двух значений – click button и close window. Если простым языком говорить, например, если вы возьмете тип boolean, переменный, то у него два значения – либо true, либо false, то тип message, в принципе, то же самое. Да.
похожую. И вот функция, где используется этот тип, я обрабатываю только одно значение — click button. Про второе, скажем, я забыл. Это простой пример: если у вас там сотни или десятки разных вариантов, то очень легко упустить из виду. И когда вы попытаетесь скомпилировать такой код, то он просто не скомпилирует. Компилятор вам расскажет, что извини, ты не обработал как бы все варианты. Вот еще один. Нет никаких null значений. Тони Хор на одной из конференций сказал, что null references, по-моему, в Java он ввел их. Это была одна из самых больших ошибок. Вот. Не в Java. Путаю. Но, в общем, были такие слова на конференции. И в Elm для избежания этого есть что-то похожее. Это не null, это тип maybe, который может принимать два значения. Либо определенное значение, скажем, здесь буква А — это составной тип. Если вы возьмете, например, массив или список, то массив может содержать разные типы. Может быть массив чисел, массив строк, массив записей. Вот здесь точно так же вы можете just integer, либо строку, либо ничего. И, в принципе, если вы возвращаете ничего, то может показаться, что это тот же самый null. Но на деле компилятор, опять же, если в JavaScript вы используете null, у вас есть функция, вы получаете на вход какие-то данные, и есть какая-то вероятность того, что эти данные будут неправильные. И кто-то может вернуть либо null, либо ничего не вернуть, либо кинуть exception, в результате чего, скажем, человек, который будет использовать вашу функцию, он понадеется на то, что функция всегда вернет значение. Если она не вернула, то все грохнулось. В Java можно написать ключевое слово throws, тогда вас компилятор заставит обработать это. В Elm вас точно так же компилятор заставит обработать тип значение nothing. И вот как пример, если вы конвертируете, скажем, пользователь вводит свой возраст в форме, и вам нужно этот возраст из строки конвертировать в число, то эта конвертация может, возвращаемый тип будет maybe, потому что пользователь может ввести вместо своего возраста какое-то там слово. И в итоге вы получите либо его возраст четкий, либо nothing. И таким образом вы можете обработать эти оба варианта. Никто не отменял тестирование. И в Elm, несмотря на все гарантии и на всю помощь компилятора, тестирования на самом деле очень много тестов. И помимо стандартных тестов, где вы даете какие-то данные на функцию и проверяете возвращаемое значение, там равно ли оно, например, 5. Есть еще так называемое property-based testing. Я об этом узнал как раз впервые, когда начал изучать Elm. Его можно смотреть, если вы сталкивались с безопасностью, какие-то читали статьи. Есть brute force, есть fuzzing. Это когда программа у вас пробует очень много разных вариантов. Например, перебор паролей. И точно так же в Elm вы на функцию даете значение, соответствующее определенным свойствам. Например, функция, которая принимает числа, то вы указываете диапазон, и каждый раз, когда вызывается тест, вы генерируете огромное количество разных чисел. Таким образом, через какое-то время вы можете словить баги, которые обычными тестами не поймали бы. Тема эта очень интересная, если хотите почитать, то есть библиотека на Python, называется Hypothesis, и там очень много теории описано, как все это работает, как эти тесты работают, и вот в Elm достаточно много генераторов под разные типы данных. И, наконец, синтаксис языка тоже позволяет избежать, помимо runtime ошибок, очень много других ошибок. Если взять, в пример,
обычные языки типа Python, JavaScript, Java, то со временем язык идет к усложнению. Добавляются какие-то новые ключевые слова, добавляется новый синтаксис, и приходится все время учить. В итоге, когда вы пишете код, можно запутаться и сделать какие-то баги. В Elm все с точностью, да наоборот. Когда язык только был создан, он был, синтаксис был достаточно сложный, и с каждым новым релизом они выпиливали какие-то ненужный функционал, ненужные конструкции. И сейчас 19-я версия, она очень простая. В принципе, синтаксис можно там за час весь понять и за день разобраться. К сожалению, синтаксис языка не могу вкратце показать. Да, файл остался там. Но расскажу про архитектуру приложения, потому что в Elm это тоже часто используется и часто про это говорят. Она достаточно простая, если вы использовали фреймворки типа Django или Rails, то слышали про Model View Controller или что-то похожее, то вот в Elm есть Model View Update. У вас есть модель с какими-то исходными данными. Vue использует эти данные модели, чтобы отрендерить HTML, отправляет его в браузер, и когда пользователь нажимает на какие-то кнопки, вводит данные в форму, то создаются ивенты, которые отправляются в функцию update, которая обновляет модель, и все идет по кругу. Эта архитектура достаточно известна, и очень много, вот помимо Redux, очень много других каких-то проектов используют именно вот этот Model View Update, включая, есть проект даже на Kotlin, который это использует. Отдельная тема — это компилятор и его ошибки. Вот пример ошибки, когда я забыл скобку в своем проекте, у меня ESLint поймал эту скобку и выдал такое гигантское сообщение об ошибке, в котором, если вы особо не разбираетесь в проекте или пришли первый раз, то достаточно сложно понять, что случилось, где ошибка. Elm говорит человеческим языком. Если вы где-то забыли скобку, если вы неправильно написали синтаксис, то, опять же, хотел показать в консоли, но на слайде есть такое сообщение об ошибке, где вам доступным языком объясняется, что случилось, примерно где произошла ошибка, если это возможно найти. Со скобкой это сложно понять, но с какими-то другими вещами это очень легко. Предлагается вариант, как ее исправить, и есть даже ссылка для типичных ошибок, где документация находится, как это правильно писать, как такой код. И эти ошибки компилятор ловит помимо как бы основных ошибок языка, он даже может поймать, если вы код отформатировали не так, то он вам подскажет, как правильно это сделать. Это, с одной стороны, может показаться, что это как мамочка за вами бегает со слюнявчиком, но на деле это помогает новичкам, и если вы приходите в команду, где уже используется Elm, это очень сильно упрощает интеграцию в эту команду и в проект, потому что везде все более-менее одинаково. Как происходит взаимодействие с JavaScript? Потому что, как я сказал, Elm — это не настройка на JavaScript, это отдельный язык. И чтобы общаться с какими-то библиотеками, то есть три основных варианта. Это флаги, когда вы инициализируете компонент на Elm, и вы можете передать какие-то небольшие данные в эту программу. Это примерно то же самое, как, скажем, когда вы компилируете код и в GCC передаете какие-то флаги и параметры. Вот это работает примерно так же. Есть порты, которые являются основным способом взаимодействия с браузером, с JavaScript. Через порты используются веб-сокеты, туда-сюда ходят сообщения, и общение с библиотеками. Если какие-то сложные проекты, скажем, я делал один небольшой проект, но мне нужно было его на нескольких языках использовать, эстонский, и чтобы использовать вот эту JavaScript-библиотеку, я ее в веб-компонент оборачивал, и тогда можно ее подключать тоже в Elm. Для, в принципе, большинства случаев этого всего хватает. Когда вы начинаете новый проект,
то, например, с JavaScript вам нужно Webpack, который будет все это собирать. К Webpack идет куча плагинов разных, которые это ищут ошибки, исправляют что-то, минифицируют. Уходит, может уйти от, там, от одного часа до нескольких дней, чтобы все это настроить. В Elm как бы есть достаточно инструментов уже встроенных, которые позволяют вам фактически моментально начать. Есть, если вы хотите просто познакомиться с языком, есть REPL, это интерактивный интерпретатор Elm, где вы в консоли можете написать какой-то код, сразу получить ответ, библиотеки какие-то попробовать, и это удобно, когда вы только учитесь. Есть Elm Reactor, это встроенный веб-сервер. Вы его запускаете у себя на машине, и в браузере открывается окошко со списком файлов, и вы можете любой файл открывать с Elmовски, он моментально компилируется и выводит вам либо сообщение об ошибке, либо как бы вы видите весь этот интерфейс, можете прокликать и работать. Естественно, компилятор, в компиляторе есть оптимизатор, который попытается за вас какие-то циклы сложить, какие-то сложные алгоритмы упростить. Есть минификатор. Я в Shipit использую Uglify, здесь уже как бы все встроено, и в принципе вы готовы с этим идти в продакшн. То есть писать сразу, ничего внешнего вам устанавливать не надо. Есть очень простенький, но достаточно полезный интерактивный дебаггер, который вам тоже в браузере показывает состояние вашей модели и позволяет, когда в модели изменяются данные, он вам позволяет туда-сюда во времени откатываться и смотреть, например, где ошибка. К сожалению, нет достаточно сложных инструментов для дебага, как в том же React, консольные инструменты, но как бы, уже каждый выкручивается по-своему. Как Elm можно использовать? На самом деле это очень классно, и я точно так же хотел его начать использовать в Shipit. Вы можете написать какой-нибудь маленький компонент, ту же самую кнопку или галерею и встроить ее у себя на странице. Обычно компилируете в JavaScript код и подключаете ее у себя на странице. И так компонент за компонентом вы можете, в принципе, переписать всю свою базу и начать использовать Elm полностью. Причина в Shipit до сих пор я пишу на React и JavaScript, и причина на самом деле банальна. Для меня Elm был первой входной точкой функционального программирования. Это полностью другая парадигма, и Elm плюс Elm — это новый язык программирования. Так как проект у меня маленький, я там один отвечаю за программирование, за суппорт, за рекламу, за общение и поиск клиентов, за продажи. У меня просто не хватает времени использовать какие-то новые технологии, на которые там для экспериментов, скажем, уйдет от одного дня до недели, в то время как на JavaScript, на React я могу это за полдня написать, выпустить в продакшн, посмотреть, понять, пользуются клиенты этим или нет, и откатить назад. В Elm, как бы, с Elm все занимало бы довольно много времени. И это, в принципе, единственная причина, по которой я сейчас им не пользуюсь. Но если у вас есть бюджет, если есть команда и время, то я руками и ногами за использование его у себя. Пара слов о сообществе и разработке, потому что немаловажно, когда вы начинаете пользоваться какой-то технологией, суппорт, поддержка, общение, какие-то вопросы постоянно возникают. И есть Slack, есть Discord, есть подкасты, есть новостные рассылки, есть Twitter. И когда я обращался к комьюнити с какими-то проблемами и вопросами, то в Slack, в принципе, почти моментально получал ответы на любые вопросы, даже самые простые, которые у новичков возникают. Пару примеров команд, которые используют Elm. Самая известная и большая, наверное, они являются и спонсором разработки Elm. Это Node Inc., американская компания, и у них база кода примерно 210-211 тысяч строк кода на Elm. У них весь фронтенд написан на Elm. Примерно 200 тысяч строк кода тестов, и есть сгенерированный код Elmовский. Это когда у вас есть, скажем, либо GraphQL схема,
либо вы принимаете JSON, и вам нужно всю эту схему в Elm описать, какие значения, какого типа. Если описывать это все руками, то уходит много времени, поэтому пишутся генераторы, которые все это автоматически генерируют. Вы даете им JSON, и вам выплевывается код на Elm, который все это парсит. У IBM есть достаточно большая программа на Elm, 150 тысяч строк кода, и они, у них есть блок, где они описывали как раз переход всей команды с JavaScript, по-моему, на Elm. Переход был в какой-то момент достаточно сложный, но в целом они очень довольны и продолжают до сих пор использовать у себя этот язык. Помимо их, вот еще я нашел известные компании, включая наш Talling. Я не смог найти, где они у себя используют, но они в официальном, по-моему, каком-то репозитории указали, что да, они пользуются Elm. Beck — это норвежский огромный субподрядчик, который пишет тоже инфосистемы для правительства, для каких-то больших компаний. Они очень активно используют Elm, и там один из ключевых разработчиков тоже работает. Есть в этом всем и ложка дегтя. По сравнению, скажем, с Python, с JavaScript и с другими популярными языками, Elm очень маленький. Основное комьюнити в Slack примерно 20 тысяч человек. Из них активных намного меньше, там, скажем, человек 500-800. Ключевые разработчики языка — это 7-10 человек. И они... у каждого своя семья, у каждого своя отдельная работа. Они не full-time занимаются языком, и поэтому разработка достаточно долго продвигается. И вот последняя версия, 19-я, она вышла, по-моему, 2 года назад. И с того момента были найдены какие-то баги, которые патчи для которых писали на GitHub. И эти патчи до сих пор там висят без единого комментария, фактически обросли мхом. К сожалению, это есть, но... В этой скорости разработки языка на самом деле есть и плюсы. Он достаточно стабильный, и когда вам не нужно постоянно там каждые 2 недели смотреть, обновлять свой код, обновлять язык, чтобы получить какие-то новые фишки и плюшки, как это делается, например, с React. Либо если вы обновляете версию, у вас может половина приложения просто отвалиться, потому что там что-то поменяли, вы не прочитали. В Elm как бы релизы очень медленные, очень долгие, и они не спешат все это менять, потому что считают, что язык стабильный, как бы все отлично работает. Поэтому, если вы будете использовать, как бы это, наверное, стоит иметь в виду. Что посмотреть, почитать? Если я смог вас хоть немножко заинтересовать, то, естественно, официальный сайт, где очень неплохая документация и написано как поподробно, как начинать работать с этим языком. Очень много примеров. Есть классная просто книжка, называется Elm Programming. Она бесплатная, и она для людей, в принципе, написана таким языком, что даже если вы только приходите в программирование, и Elm для вас вообще первый язык, то там более-менее все понятным языком написано. Есть моя рассылка, которая сейчас на паузе, но там достаточно много статей я писал для фактически для себя, когда я только начинал изучать, и какие-то вещи непонятные, я их всегда старался документировать и описывать. И опять же, вдруг, если вам нужен инструмент для планирования продукта, то GetShipIt. Обращайтесь. Если что, я ищу кофаундера, который бы занимался рекламой и продажами. Это вводная презентация про Elm, призвана рассказать вам о языке и вкратце о каких-то плюсах и небольших минусах. Все уместить здесь не получится, к сожалению, не получилось рассказать про синтаксис и побольше про ошибки, но если интересно, можно использовать для связи, либо после презентации я расскажу как бы более детально, может, компьютер захочет работать. В заключение еще хочется одну вещь сказать, что представьте, например, я несколько раз был в такой ситуации, пятница вечер, ваша команда по разным причинам готовит деплой,
деплой не работает, выскакивают какие-то баги, вы все это пытаетесь хаотично исправить, исправляете, запускаете в продакшн, проверяете по-быстрому, вроде все работает, выключаете компьютер, идете пить пиво, и через 10 минут у вас в центре либо от project менеджера поступает сообщение, что все грохнуло, все не работает. В Elm такого не будет. Вот. Спасибо, и если есть какие-то вопросы, задавайте. Постараюсь ответить. Есть вопросы? Что насчет интеграции с различными UI-библиотеками? Потому что, ну, то, что есть контроллеры, это хорошо, ну, можно написать там логику. А вот по поводу рендера, ну, то есть уже давно же никто не пишет чистых HTML. Все-таки, ну, есть такие вещи, как Material UI, там, да, Trap и прочая фигня. Как с этим обстоят дела? Точно сказать не могу, потому что не использовал. Я использовал чисто CSS фреймворки для стилей, но насколько я знаю, сколько видел из общения в чате, для этого вот как раз все эти библиотеки, они оборачиваются в веб-компоненты, и через этот веб-компонент ты используешь его уже в Elm как-то. Я с веб-компонентами особо как бы не сталкивался, экспериментировал чуть-чуть, но честно как бы в деталях сказать не могу. Еще вопросы есть? А как обстоит с экосистемой библиотек, там какой-то Package Manager? Да, у них есть официальный сайт Package Manager, и там на прошлой неделе я смотрел, было примерно 1500 библиотек. Дела обстоят так, что основные разработчики языка, они не хотят, чтобы в язык в принципе, приносили какие-то jQuery или тому подобные bootstrap библиотеки, поэтому все, что вот в этом репозитории находится, оно заточено чисто под Elm. Если хотите что-то стороннее, то либо флаги, либо порты, либо веб-компоненты. Это как бы усложняет, но и с другой стороны тоже позволяет вам избежать каких-то багов и позволяет вот этому репозиторию избежать библиотек, когда, по-моему, 4-5 лет назад в npm.js была проблема, что библиотека под названием Kik, которая там какую-то одну строчку или что-то делала, ее удалили, в итоге пол интернета грохнулось, потому что все это использовались. То есть модерировать нельзя просто взять и... Нет. Так, вопросов больше нету тогда. Спасибо большое. И маленький перерыв делаем, а потом третий доклад.